Добро пожаловать! С вами я, Елизавета Косякова, ведущая ежедневных новостей из Варнинской студии ИТГЛОБ. Тайванский стартап Alkema выступил с недавно выпущенной благодаря программе Kickstarter домашней машиной, которая позволяет любому пользователю заварить свой собственный уникальный аромат крепкого крафтового сидра. Alkema имеет гладкий на вид компактный настольный прибор, который делает процесс брожения таким же простым, как заваривание кофе. Устройство позволяет получать крафтовый сидр, используя только три простых шага. Во-первых, пользователь должен установить приложение Alkema на своем мобильном устройстве и выбрать нужный рецепт из базы данных приложения. Затем любители крафтового сидра должны собрать необходимые ингредиенты и положить выбранные фрукты, сахар и воду. Затем встроенный датчик веса измеряет количество продуктов, добавленных в кувшин данного устройства, и предупреждает, когда количество ингредиентов достигло достаточного размера. И, наконец, пользователь должен добавить дрожжи, необходимые для процесса брожения и превращения сахара в алкоголь. После того, как процесс будет запущен, приложение использует Wi-Fi, чтобы уведомить потребителя, когда партия сидра готова к употреблению. Это все на сегодня, но если вам хочется узнать больше, мы ждем вас на нашем сайте itglob.ru. Спасибо за просмотр!